Светлана. Я о компании знала еще в июне месяце, как бы приходила сюда. Ну, пока гром не грянет, не перекрестится. Я знала недавно. Да. У меня всегда была проблема с желудком. И, ну, вот, как бы отравления какие-то происходили. У ребенка гастрит был, ну, ее раньше вылечили. И у меня вот эти вот процессы тоже. И вот недавно у меня очень сильное было обострение. Я не могла лежать, я не могла сидеть, я могла только вот так вот ходить, потому что это были такие боли непереставаемые, вот постоянно, как будто ниточку рвут, вот постоянно. Вот кто у кого знает, что такое желудок, вот такие вот боли у меня были. Я сразу Свете и людям приехала сюда, они мне дали от желудка. Айс. Айс называется. Айс. И да, вот оно немножко сняло. Я потом подписалась и купила. Мне сказали, нужно вывести паразитов. Я купила Мелс и Альт. Это было 13 января. Я рассосала сначала Мелс. Это была пятница и суббота. У меня тошнило после рассасывания этих таблеточек. Но в воскресенье уже все. И я уже жареное ем. Как бы, там я ела только рисовую кашу, вот отваренную на жидкие. Вот. Ну, потом постепенно так вот переходила. Чтобы, ну, диета, потому что желудок конечно, невозможно конечно, успокоить. Конечно. Вот. Кормили ваших паразитов кашкой. Да, да, кашкой, потому что остального нет. Они радовались и дальше размножались. Ну вот, теперь я как бы уже... Хорошо себя чувствую. Да, и особенно даже если, ну вот еще до конца, естественно, что не прошло маленький период времени, но вот я поем и сразу рассасываю карамельку, да, дрожжи, и... Сразу легче становится, пища уже усваивается, даже жареная ем. Замечательно. Спасибо.